Здесь долго думать, значит проиграть. 11-летний Прохор Москвинов переставляет фигуры на шахматной доске с поразительной скоростью. Когда сделать ход конем, решает интуитивно. А секрет, говорит школьник, в насмотренности. Я смотрю на партии великих шахматистов, учусь, изучаю. Прохор – чемпион мира по блицу. На международных соревнованиях в Грузии талантливый уралец набрал 9,5 очков в 11 партиях, выиграв 9 и одну сыграв ничью. Сегодня дружескую партию разыгрывается знаменитым свердловским шахматистом Тимуром Фахрутдиновым. Я очень рад, что у нас появляются новые таланты, которые добиваются даже еще больших успехов. Наше дело продолжается. За свою карьеру в шахматах Прохор сыграл больше 10 тысяч партий в блиц. Говорит, удавалось побеждать именитых чемпионов из Сербии и Словакии. Родители заметили талант мальчика, когда подарили ему настольные игры. Играли с ним в шашки. Через 2 недели в шашки начал обыгрывать меня, наших общих друзей. Также и в домино, и в будущем это также у него все проявлялось. Моментально считает комбинации, начал выигрывать. Вместе с Прохором в клубе юных чемпионов занимаются 14 шахматистов. Занятия проходят онлайн, а 2 раза в год ученики приезжают на сборы в Екатеринбург. Каждый показывает высокие результаты на турнирах. Зачастую мы пытаемся привлечь ребят из отдаленных уголков, потому что у них там нет серьезной тренерской поддержки. Мы работаем по разным направлениям, по разным программам. Это и поддержка детского творчества. Здесь можно брать также от адресной поддержки каких-то творчески одаренных детей до организации творческих конкурсов всероссийского уровня. Победа любит подготовку. За шахматной доской Прохор ежедневно проводит по 1,5–2 часа. А в свободное время вместе с другими детьми гоняет мяч. Несмотря на постоянные турниры, в школе мальчик учится на одни пятерки.